Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим пышный омлет из трех яиц. Омлет как в детстве. В одном из моих видео я уже готовила омлет в духовке. Омлет получился очень пышный, вкусный, но многие пишут в комментариях, что в духовке это долго, и не у всех получается, не у всех есть духовки. Поэтому я решила приготовить омлет другим способом. Готовится он немного быстрее и получается не менее пышный. Для приготовления понадобится, как всегда, яйца и молоко. Также пропорции мы сегодня будем взвешивать. Немного другой способ тоже. Значит, на весы ставим любую емкость, мисочку. Убираем тару и выбиваем 3 яйца. Яйца у меня завесили ровно 180 грамм. И теперь нам нужно отмерить 180 грамм молока. То есть количество яиц и молока должно быть равным. Беру стакан, убираю тару и отливаю ровно 180 миллилитров молока. И теперь осталось самое простое. Взбалтываем яйца, ни в коем случае не взбиваем, а просто взбалтываем венчиком или вилкой. А пока я взбалтываю яйца, напишите мне в ваших комментариях, каким способом готовите вы ваши омлеты в духовке, на сковороде. Может быть, есть какой-то новый способ, который я покажу в следующем видео. Выливаем сюда молоко. Солим. У меня здесь примерно пол чайной ложечки соли. Соль и специи — это все по вкусу. Я добавляю только соль. И еще раз все перемешиваем. И теперь переходим к самому главному секрету приготовления пышного омлета. Это размер формы. Форма должна быть маленькая и с высокими краями. Вот здесь у меня получилось 360 миллилитров яично-молочной массы. И нужно брать такую же формочку, чтобы сюда вместилось ровно 360 миллилитров. Или то количество взболтанных яиц, которое получится у вас. Например, если у вас это 300 миллилитров, то берите формочку на 300 миллилитров. Нужно, чтобы масса доходила до краев формочки. Формочку можно смазать сливочным маслом, можно ее ничем не смазывать. И теперь просто переливаем взболтанные яйца с молоком в форму. Затем берем любую кастрюлю или сотейник, у меня это сотейник, наливаем в него немного воды и ставим формочку в кастрюлю. Нужно, чтобы вода дошла примерно до половины формочки. Ставим кастрюлю на средний огонь и ждем, пока вода закипит. Друзья, вода закипела, нужно немного уменьшить огонь, чтобы она у нас не выплескивалась и не попадала в омлет. И теперь накрываем омлет крышкой и оставляем прокипеть минут 15-20. В конце я вам скажу точное время, которое мне понадобилось для приготовления омлета. Друзья, омлет у меня прокипел ровно 10 минут, очень быстро. Аккуратно достаем его из кастрюли. И также аккуратно извлекаем его из формочки. Обратите внимание, омлет получился очень пышный. Он прекрасно держит форму, слегка подрагивает так, как и нужно. Вот я замерила высоту. Не знаю, видно вам или нет, 4 сантиметра высотой. Все вкусно, полезно, всего 10-15 минут на готовку. Это прекрасный завтрак для всей семьи. Обязательно приготовьте и попробуйте. Вот так омлет смотрится в разрезе. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.